have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, пойдем мы сегодня поиграем немножечко в арсенал, как говорится, по классике. Давненько сюда не заходили, может погромче надо будет сделать, ладно, сейчас, если нас убьют, ладно, не если, а когда. Это такая игра, что не если, а когда. Угу, понятно, сейчас сделаем немножко погромче, посмотрим, как оно все будет. Что, а из чего? В игре что-то произошло, чего я не знаю? Сзади? Можно будет, наверное, еще... Чем ты меня убил? Ладно, секунду. Сделай чуть-чуть погромче, посмотрим, как оно пойдет. Ладно, двоих людей взрывчаткой убил. Погоди, я сам себя что ли взорвал? А как вот эти... Блин, это как... Нет! Убил. Убил двоих, фига себе. В общем, да, я... Раньше не видел эти бочонки со взрывчаткой. Или это что-то новенькое, или... Я что ж не знаю. Блин, нет, рукопашка. Надо было тоже рукопашку выхватывать. Вообще сначала? Вообще, это обнуляет тебя полностью. Офигеть. Вот это сейчас... Это у нас получается компетитив. Если тебя убивают в рукопашку, значит все. Ты обнуляешься. Обалдеть. А меня еще из золотой пушки убили. Ну, вообще хорошо. В общем, ладно, это такая средняя катка, которую... Не то чтобы она средняя... И меня кто-то... Чем меня убили вообще? В общем, мы зашли... Ай-яй-яй-яй-яй, золотым ножом. Как тебя зовут? Обискет? Неплохо. Я не выбирал, я просто зашел посерединке, посмотрел, как она что. Но теперь мы, например, выбираем Mountain Village... Давайте глянем, что это. И давайте автоматическое оружие, если получится. Две команды было бы вообще идеально. Не успел. Ладно. Так. Типа деплой пойдем. Это у нас обычное оружие, да? Где они? Это Concussion Ma... Это Concussion... Блин, кто купил Concussion Money? Ёпарасты. В общем, они что сделали? Они добавили... Ай, я хотел улететь, но... Они добавили стоимость полета очень дешевую, то есть... Ты платишь буквально... Вот, минус 2. Платишь буквально пару хпшек за то, что ты подлетаешь? Да. Тебя потом ловят. Фига себе, они меня в воздухе подлавливают. Неплохо. Спасибо. Минус. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. О,
Ладно, этот раунд закончился быстро. Ну, по крайней мере, 6 киллов. Кто тут человек, кто сделал 17 киллов? Ты вообще, что ли? Ладно, по крайней мере... Наталья? Ладно. Я бы хотел, ну, давайте хиллсайды, давайте, может, ганротейшн было бы интересно. Мне нравится этот режим. Чело, что с тобой? Ладно. Man, you just gotta go out there and get him, boy. Get him, boy. Поехали. Это пистолет. Кто выбрал пистолеты? Кто тот человек, который выбрал пистолеты? One shot to the brain неплохо, is неплохо. All you need. Убейте его, чтобы я получил ассист. Черт, их теперь заряжать 35 лет. Блин. Робоксианин. В общем, когда у тебя вулканы, у тебя, в принципе, один раз их разрядить, иначе все. Так, наверху. Неплохо. Хедшот. Сзади, не сзади, не вижу. Да, офигеть, сколько я там настрелял. Одного кританул, двоих под... Ребят, дайте мне ассист. Как я его в упор не убил-то вообще? Как? Что происходит? Минус. До свидания. Так. Сколько я в него выстрелил с хэшпапи, офигеть. Оп, минус. Да, ладно, хорошо. Там было честных минус 2, потом чувак меня убил. У тебя хпшек, блин, я сколько по нему? Три раза, по-моему, 27, 30 чем-то. Фух, 10 киллов. Ну тут тоже была, кстати, короткая каточка на 17 киллов. Это было интересно. А, давайте в Agency, мы там давно не были. Нет, это только стандарт, не Concussion Mania. Concussion Mania, не знаю, в последнее время я как-то перестал любить этот режим. Хотя, ну, в принципе, по-своему веселый, но что-то не то. Что-то не то. Ладно, с фанфалом. Уже что-то. Ай. Ладно, 1-1. Пока нормально, я успел снять человека. А это... Двойные LCR, блин. Неплохо. Я в него из базуки в упор просто... Я никого не убил, да? Я никого не убил из базуки. О, минус 2, отлично. Блин. Офигеть. Из фигового пистолета убил человека, как только у меня появилась нормальная пушка, я, кстати, медленнее стал. Чувак запрятался за укрытием. И офигеть, какой медленно с этой штукой стал. Вниз. А в смысле, а сколько я ему урона-то нанес? Мне показалось, что там было 173 урона. Или... Ладно, потом в записи посмотрю, потому что... Мне показалось, что я чуваку какой-то вообще чудовищный урон нанес. О, наконец-то убил кого-то. Есть, отлично, это был ассист. Из чего? А, понятно, из такой же штуки. До свидания.
Я что-то не понимаю. Бонус такс. Базука, хорошо, я понял. А того чувака, я ж чувака на 70 попал, его вроде как убили, а... Чёрт. Да почему я-то? Дайте мне уже избавиться. Дайте мне уже избавиться от этой пушки, вы издеваетесь. Вы вообще что ли? Он даже не смотрел на меня. Ладно. Есть, наконец-то, блин. Бонус дакс. Серьезно? Да, отлично. Я попал на 60! Я попал на 60! Ладно. Что-то у меня стабильно 10 киллов. Надо немножечко войти. Хотя, знаете что? Тут есть ребята, которые очень прикольно играют. Сегодня победить, я не знаю, если получится. Сегодня прям жестенько. Я не хочу сервак менять. Тут нет читеров, нет ничего. То есть нет какой-то причины, чтобы я менял сервак. Но разойтись мне тоже не дают. Так, Agency, наконец-то. Дайте мне красную команду. Говнопушка. Ладно, поехали, может, быстренько поменяем ее, и будет нормально. Конечно, поменяем. Конечно, блин, я в ней попаду в кого-то из этого говна, блин. А? Сзади? Не сзади. А не там. Иди, я за тебя отомщу. Ну иди. Туда иди. Чел, я еще даже не показался, из-за угла ты меня уже убил. Нормально? Только не сзади. Давай оттуда иди. Второго почти... О, нормально, не засчитали, потому что я его почти снял, я ему дофига снял. Че, уже на нашей базе где-то? А, неплохо ты его зафигачил. До свидания. Их там трое было. Ну ладно, я скажу, что там, полтора человека убил, да? Как у человека уже 28 киллов? Вот я не знаю теперь, насколько он читер. Отлично. А, ну снимите его, вы чё? Смотрите, сейчас дойду до 10 киллов. А куда ты делся? The quicker, the better. Nice work. Нормально, 11 киллов. Уже какой-то прогресс.
Ай. Ага, понятно. Вот этот чел, в общем, смотрите, у всех в среднем 11, 12, 15 ёлк. И у него, он подтверждает уже которую каточку. Ладно. Давайте вот это Mountain Village. Я хочу посмотреть, что это. С рандомайзером. Поехали. Ну, человек прям какой-то жесткий. Pathetic. А, кому как. Ну, блин, ну давайте выберем новую карту. Ну, чего тут это? Тавор. Тавор я тоже не очень люблю. Он того... Ну ладно. Иногда он неплох, но в принципе эта пушка мне не нравится. Не попал ни разу. Отлично. Чувак замонтил просто по-божески. А ассист мне за него не дадут? Когда я рандомно попадаю, специально попасть в кого-то, да? Ну вот зачем? Попал. А перезарядка именно в этот момент, отлично. Я не могу сменить пушку, потому что не убивают. Я какого-то чувака коцаю, его не убивают. До свидания, наконец-то. Что это за... Кто-то напал, он стреляет? Я видел уже это оружие здесь, кстати, да. Ну. До свидания. 90! 90! Наконец-то. Так, его тоже сняли. Чувак, кто носится с пулеметом просто. Да, он продолжает гореть, смотри. Не догорает, правда? Но подгорает. А почему я наверх-то не достреливаю? Фигня! Они постоянно то где-то наверху, то еще за, блин, за 35 километров от меня. Наконец. Нет! Ладно, это было без шансов. Я оказался с медленной пушкой. О, есть! Это было неплохо. Это было неплохо. Ай, на это я не успел среагировать. Неужели? Я двоих накоцал, ребят. Ну блин, ну сделайте киллы. Офигеть. А как, блин, вы что издеваетесь? Я еще и тимлидер, серьезно? То есть у меня просто команда кривая. Ну, я выхожу, и меня ждут три человека. Ну, отлично, да? Я за стенкой был, ты что делаешь? Ну, на этот раз реально. То есть до этого... Я ничего не могу сказать, но в этот раз мне реально просто не повезло с командой. Смотрите, весь список, 5 первых человек, они синие. И типа я красный, я лучше в команде. Ладно, ребятушки,
В общем, нет, рандом он такой рандом, поэтому я не буду тут особо жаловаться, ничего не поделаешь. Думаю, просто, что, наверное, на сегодня разминка заканчивается. Пригорело, да, наверное, немножко пригорело, но я не в обиде на эту игру. Пишите вообще, что думаете, как, что, может быть, кто-то хотел бы поиграть с нами в Арсенал. Приходите, мы будем рады. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бабра. Всем ладушек. Всем покеда.